Что я взял в магазине сегодня? Австралийские оранж, апельсины. Может, раз я их пробовал или два, но даже пахнут по-другому. Думаю, из-за солнца они такие. Кофе Пиц. Надо показать поближе. Вот такие австралийские. Кофе Пиц. Декофеиновая. Medium roast, средней прожарки. Special water process. Ну, посмотрим. Я ни разу не пробовал конкретно декофеированное вот этот. Пиццу раньше пил кофеинированную, сейчас только декоф. Арбуз. Обычный. Так, где он? Pure Heart Mini Watermelon Mini на Dulcinea. Фирма Dulcinea. Скорее всего, в Калифорнии. Dulcinea. Перцы. Перцы дорого стоят. $1.5 штука. Я не знаю, почему так дорого. $1.5. Я дал 3 с чем-то за них. Не знаю, что за цены такие на эти перцы. И на виноград тоже такие цены. Здесь растет виноград в штате. Рядом Калифорния, самое много винограда. И такие цены на виноград. Просто странно, почему такие цены именно на виноград и на перцы. Это итальянский... Italian gnocchi with basil pesto. Dumplings. С картошкой и wheat и чем-то, короче. Паста. Я ни разу не ел такую. Именно такую. Капустняк взял. Romaine Hertz. Дешевая, недорого. Сразу в холодильник. Сельдерей. Как он выглядит. Я его ненавижу. Вкус у него какой-то никакой. Но он полезный. Приходится есть. Так, это не сюда. Багет. $2.29. Нет, это цена. Неплохой, артезианский. Я думаю, ставить его в холодильник или нет. Я взял много мяса. Это лук зеленый.
Обожаю его есть. Он вкуснее, чем нарезанный. Нарезанный только с чем? Манго. Почему-то они большие продают здесь. Они из Кейт, Мексика, мексиканские. Рокфиш. Это сом. Стоит так $1.80. Кстати, сом недорогой. Сом еще какая-то рыба, она недорогая. Это код. Код это тунец. Филе туса. Такой средняя цена. Взял два кусочка этого рокфиш. Картошка. Ем ее последнее время. 3.49, но стоит 6. По скидосу взял. Просто уже готовая. Это как в мундире. Она. Масло течет. В мундире. И просто подогреваешь. Ешь. Там уже с травичкой, с перчиком. Уже сделанная. Вкусно. Синяя картошка. Это я себе здесь в предыдущей картошке сделал лосось. Дикий, с перцем. Надо его доесть, что я его вчера готовил на сковородке. Сыр. Сыр с плесенью, ничего особенного. Идет в холодильник. Я сыр с помидорами ем. И у нас плесенью, он такой немного соленый. И его когда режешь, ставишь на помидору, свежак, ешь. Сочетание очень хорошее. Клубника калифорнийская. Пройдёшь штаты. Уотсонвилл, Калифорния, да. В основном из Калифорнии. Клубника все идет. Пакован. За все. Сейчас у меня еще один пакет здесь. За все я дал 95 где-то баксов. Такой разовый поход. Помидоры классные. Недорогие, но классные. Красные, среднего размера, качественные. Wineset Farms, фермерские. Тоже, наверное, из Калифорнии или из Мексики. Не знаю, буду сейчас есть их или нет. Подбираемся к мясу. Это редиска. Ничего особенного, но классно сочетается. 2-3 в день. Хорошо идет. Яйца. Яйца делятся на разные категории. A, B, C. C, наверное, тоже есть, не знаю. Короче, посмотрел лучшее качество яиц в Америке. Great AA. Вот это лучшее качество считается. Оно идет cage-free. То есть, они курицы, они не в клетке сидят. Так, large brown. Большие коричневые. 6 яиц. Это за 6 яиц. Он где-то 4,5 бакса стоит. Ну, почти по доллару. Попробуем. Что-то я присел на яйца. Гуакамоле. Это... Слова начал забывать русские. Авокадо. Вот это, смотри, авокадо, гуакамоле. С перцем. Оно мексиканское. Хердес.
И оно можно ставить в что-то, оно будет с причинкой хорошо. Хорошо, долбанулся в щелочку. Это лэмб, баранина. Баранина, ее мало. Это чистый фарш баранины. Там вот в таких упаковках стоит говядина. Покупаешь говядину и в основном. Ну вот я решил баранину, потому что баранину не очень едят. Не знаю почему, культуры такой нет. Это свиной порк филе. Короче, это накручивается как этим бекон. Бекон свиной. Это я пожарю. Это в холодильник. Мясо продолжается. Это биф. Биф идет тонко нарезанный, чистое мясо. Это крови. Или не, биф бычок, да, бычка. Стоит 6 баксонов. Порезать. Нет, сейчас не знаю. Наверное, попробую по чуть-чуть каждую. Сейчас приготовить. Это Beef Chuck Short Ribs Flank and Style. Это ребра. Только они как бы, вот есть такие ребро и на нем мясо. А это вдоль вот так. То есть в ширину порезанное. Вот здесь вот эти ребра. И они как бы в ширину вот так порезанные. Ну тоже ничего. Ребра. 16 баксонов. И это Beef Ground Burger. Это для бургера уже с сыром, с приправами. Тоже биф, это говядина. Вот это вкусно будет. Ребра, и это будет вкусно. Ну и бекон. Ну и это тоже. Ну это все.